Целая команда. Ох, эта штука. Еще. Всем привет, ребята. С вами Санта Сичевская. И сегодня мы идем в игрушечный магазин. В Санкт-Петербурге, в магазин «Хамзис». Мы находимся в Невском центре. Да. Торговый центр. В принципе, здесь представлены практически все бренды, которые имеются у нас. И сейчас мы идем в магазин игрушек, там которого очень... у нас нет ни в Астане, ни в Казахстане. Там очень много игрушек. Это манюньки. Целая команда. Ох, эта штука. Еще. Как называется? Спайдер Джоки. Это Майнкрафт. Вот такой же, да, придет? Нет. Нет, другой какой-то. Другой. Он мне придет как меч. Вот тебе такой, да? Нет, не такой. Они не мягкие. Мягкий тебе придет, мягкий? Да. Зато тебе придет. Мне вот такая придет. Да? Мясо, да, только не открывается. А, нет, а мы ее еще не закрыли. Вот мясо. Мясо? Она превращается в мясо, да. Нет, свинюшка превращается в мясо? Корова. Нет, это корова. Говядина. Говядина? Там у меня они. Кусок говядины. Они вот эти не мягкие придут, они придут как мой меч. Вот таких вот заказали, да? Да. Давай покажем, каких. Мышку мы не заказывали, по-моему, да? Нет, заказывали. Дочь, нет, я тебе их немного заказала. В этот раз, в одном заказе. А вообще, ну да, мы выбрали. Так, кто? Здесь больше никого нет, что ли? Больше нет. Все. Вот, а, вот. Такую мы тоже заказывали. А, мы грибную корову, да, заказывали? Нет. Да, грибную. А такую? Нет, такую заказывали, да? Да. В общем, вот такие зверюшки мы заказали на Алиэкспрессе. Они к нам идут, несколько штук. Оксана. Леночка. Оксаночка. А Софиечка есть? Ну, возможно, София, Софиечка здесь. И София Су, наверное, тоже есть, да? Нет, София Су не есть. Так, пап, дай ей сама. Лариса, Яна, Жанночка. Жанночка, я люблю Россию, Оксана, Валентина, Ангелина. Так, Валентина и... Блин, жалко. А это что за бренд? Только у нас таких нет. Интересно. Да. Небушки дополняются. Ты можешь здесь написать София Су или что-то. Да? Вот розовый есть. Классно. Лего, да? Да, вот такие. Вот же. Там была свинья в одном клипе, там такая нарисовка, там где свинья летает. Помнишь? Но... Он летающая свинья. Точно, летающая свинья. Так, свинья похожая на летающую мышь. Вот эти кого прям мне еще надо? Да. Такие разноцветные, интересные, кислотные цвета. С этими мишками нужно обняться, с утра.
А вот смотри, летающая свинка. Свинья. Flying pig. Flying. Королевская. Британская прям. Ну. Вот это. Кинетический, он классный, да. Здесь вот такие, короче, делаешь такие кругляшки, потом вот так заглаживаешь, и они превращаются в форму. Здесь пшикаешь. Водой пшикаешь, и что получается? Превращается в форму. Да? А здесь что-то сначала было прогладить. Это помнишь, которая Золушка другая, это ее фея. Mm-hmm. Там, где просто фея, она ничего не подходит. А это, смотри. Я знаю, это Джиджи. Джиджи? А собачки здесь тоже вот эти. Это Макс. Тебе не нравятся они, да? Пеппа тут. Mm-hmm. Это Джордж. Кого еще здесь есть костюм? О, кто-то костюм Оливии. Я пока Луану посмотрю. Угу. Так, вот у нас 14, а у них... Ну вот, наверное, написано. Где? Оно, не оно. Видишь, игровой набор Моана в ассортименте. Набор Иоанна в ассортименте. В ассортименте это значит, вот можно такую взять, можно такую. Цена 3200 рублей. Это продается, да? Да. Ну да, он 2000 написано. King size, да? 1500. Twilight Sparkle 33 сантиметра. Это но не... это не 33 сантиметра. Это не Twilight Sparkle. Но это не 33 сантиметра, но... она с полметра где-то. А это, наверное, не продает. Что там ты хочешь? Майя, усики. А, я знаю. Что? Браслет был. Это браслет вот такой был. Ну-ка, ты мне. Она еще по-русски не говорит, да? На английском, да. Ну что? Это что? Нормально это. Magic Wing Tiny! Ой, вот эти кристаллики. У нас уже есть такая. Душка-пердушка, что ли? Ну-ка. Это я знаю эту игру. Ужас. Из храма. Ну, это химические, да, мои все, да, игрушки? Ну, на реакции. Угу. Черная мастерская. Инноваторы. Вот миллион это... пузырей. Это что за миллион пузырей? Вот. Набор для проведения экспериментов. Так. Генератор пузырей. Что, невидимая сила? Крэзи. Это ведь Барби, да? Я помню, вот у нас вот такого нету. Это я помню, в бискете вот такая есть. Эксклюзивные, да, какие-то Барби прям? 50 тысяч, по-моему. О, большая, это у нее голова, она да? Вообще, она классная, смотри, огромная. Да, она красивая. Да, я тебя понимаю. Да. Домик принцессы Кады. Иди сюда, мам. Ну, увидим мы, да?
видала, смотри. Зачем они такие? Они для малышей. А я ничего не говорю, я показываю, что классно смотреть, как настоящая плавает, да? Пылесосилка. Я не могу. Да, здесь так много интересного. Кофеварка, да? Кофеварка. Босс. Класс. Кофеварка. Так, значит, вот это все покупаем. Так, забирай. Так, все по одному. Так. Вот это? Да. Вот это, и вот так, это. Так, все. Так. Как мы это все повезем назад восстановить, даже не знаю. Надо будет, наверное, маленький вагончик заказывать, да? Так, и вот эти карандаши тоже бери, фломастеры. Нет. Не хочешь? Не, не могу. Блин, ну просто маленькую сумочку, вот такую вольную сумочку возьмите, и это все повезет. Там же певец мы пишем, нет? Разве мы пишем не петь? Думаешь, мне одно сильно понравится? Наверное, нет. Ну, смотри, какие чемоданчики есть, видишь? Зачем? Просто? А что там во все? Там это посуда. А, набор чайный.